Сегодня в России отмечается День печати. Это профессиональный праздник не только газетчиков и работников типографии. Его принято отмечать всем сотрудникам медиасферы. Традиционно в этот день награждают победителя окружного конкурса «Журналист года». В прошлом году на конкурс подали более 700 работ по 23 номинациям. Победителями стали 50 корреспондентов, операторов и фотографов со всей Югры. Отметили также сотрудников телерадиокомпании «Югра», в том числе тех, кто каждый день делает программу «Новости». В номинации «Зависимости нет» стали победителями Наталья Соловьева и Павел Желтов. Наталья Акст получила награду за сюжет об участии югорских медсестер в Великой Отечественной войне, а Дмитрий Пришвицын – за материал о карбоновом полигоне в Мухрино. В церемонии награждения лучших журналистов Югры приняла участие губернатор округа. Наталья Комарова поздравила все медиасообщество с профессиональным праздником. Представители медиа всегда на передовой. Всегда. И не только информационного поля, иногда и не удается рассказать о том, чему стал свидетелем, но участие в событии предусмотрено профессией. Меняются форматы, растет ценность эффектов от вашей деятельности, вашей работы. Остается неизменным, вернусь к началу нашей встречи, каждый из вас пишет историю. Пусть мир рядом с вами будет таким, о котором хотелось бы рассказать.